Этот мужчина был заморожен во льду 3 дня. Он решился провести в блоке льда 3 дня и потреблял только воду. После 61 часа льда он стал замечать за собой сонливость, но не давал себе засыпать, потому что заснув, он мог коснуться стенки льда и получить обморожение. После 63 часов он стал морально истощен и стал терять сознание. Врачи и спасатели приняли решение прекратить этот эксперимент и достать его оттуда. Если ты увидишь эту кошку, то срочно беги от нее. Эта кошка очень опасна. Сейчас я вам покажу эту кошку. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. И сейчас я вам покажу через 3, 2, 1. Совпадения, которые тебя удивят. Девушка лежала на ковре, и посмотрите, как это все идеально сочетается с ее платьем. Пробор на голове девушки продолжается дорогой вдаль. Белая футболка девушки сливается с морем, и это выглядит, как будто ее части тела разделены на две. Попугай так удачно разместился на плече девушки, что она выглядит как супергерой.